2006. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Со мной все нормально, ну и что, что кровь из носа. Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым. Со мной все хорошо, просто я забыл, как дышать. Я начал игру, но забыл, как играть. Все нормально, просто стало вдруг темно. На юге стало холодно, на севере тепло. Остался я один, сам по себе, сам за себя. Остался только Бог, который смотрит на меня. Я много раз ошибался, делал что-то не так. Но я вставал и делал следующий шаг. Я верил людям, которым верить нельзя. Они пользовались этим, но поверьте мне, зря. Были люди, да, на которых мог я опереться. С чистым сердцем помогали мне они. Но мои враги хотели смерти для меня. Но я разбил их планы, ведь это моя игра. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Улицы несут в себе боль, разочарование. Минуты страха, минуты отчаяния. Люди от боли без Бога сходят с ума. Но кто-то скажет равнодушно, такова судьба. Кто-то, играя в игру, забывает о правилах и поздно понимает, что фортуна его оставила. Кто-то правила игры подстраивает под себя, чтобы победителем быть всегда. В игры играют дяди с большими пушками. Связываться с ними — это не игрушки. На мушке окажешься ты в один миг. Чуть-чуть выстрел, останется лишь крик. В игры играют дома, там где тепло. Играют в шашки, в шахматы, в домино. Но я играю в игру, она моя. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Антийский метод на рыбалку с одним ножом. Но щука хорошая сидит, я вот ее держу рукой, она прямо туда вытягивает. Больше пятака, наверное, где-то весит вес. Даже может больше, она считает, сколько сидела, ослабла тут. Ты леску не зацепи, ты что так опасно делаешь?
Сейчас сколько долбит, даже воды нет. Вроде морозов нет. Что, без топора никак? Почему? Все. Ты смотри, а там может где-то к боку поджата леска. У меня промерзла лунка. Она так промерзла. У меня же топор есть. Все, нашли топор. Дать аккуратнее только. Ага. Ну, вода пошла сразу. Опа, опа, пошла, пошла, пошла. Что? Тянет. Тянет? Тянет конкретно. Так надо побольше, она не пролезет эту лунку в эту бумагу. Я знаю. Ух ты, нихуя. Ух ты, нихуя-то. Че, надо побольше лунку. Слышь? А. Что, ни хрена тянет, блядь, там крокодил, что ли? Крокодильчик. Че, я отпущу-то? А под... Это. Что, давай я под... Давай ты, чтоб леску не упал, я подрублю, может. Да, все, наверное, сейчас пролезет. Слушай, она в лунку не входит. Да? Вот, что-то вроде. Дальше. Ух ты, нихуя. Она застряла в лунке. Да? Она в лунку не входит. А ты не рви, ты вырвешь у нее сейчас тройник изо рта. А ты почисти нормально. Так она там не заходит в лунку. Внизу. А у тебя на сколько лунка? На 130. Зайдет как не зайдет. Ты что, я на 15 килограмм вытаскивал? Она поперек, может, встала. Вот она встала там. А ты рукой направь, сколько там глубина? Ну, руки хватит, надо. Держи леску. Сейчас водолазные работы будут. Лунка на 130, щука не лезет в нее. Че? Видно ее? Что, достал край? Что, поймал? Опа. Привет. Я ей за зубы, она у меня чуть пальцы не откусила. Оторвала, сука. Оторвала? Вертушок оторвала, что ли? Ну, отломалась, да. А, оторвалась. Не смогли вытащить. А, вертушок разломился. Ну. А ты где он, на Алиэкспрессе покупал? Не, рыболов. Ну, они, наверное, на Алиэкспрессе. Вертушок. В лунку, в общем, она не залезла даже. Тут, наверное, была лунка на 130.